добраться до нее можно только чудом. Чудо нам нужно, чтобы справиться с Верой. Это она запудрила сектантам мозги. Ее нужно нейтрализовать. Спасибо. Ну, ты уж прости. Нехорошо тогда вышло, да? Спроси, кого хочешь, если надо впахивать, я первая. А вот с общением... Ну, пока не очень. Давай забудем, ладно? Команда у нас отпад. Все сильные. Мало ли что ждет нас за теми стенами. Надеюсь, Эрл в тебе не ошибся. Мы все думали, как сломить врата Эдема. Начинать нужно с Веры. Ну, так она себя теперь называет. Видишь ту статую на холме? Ну, конечно, видишь. Как ее не увидеть? Иосиф Сид. Отец. Люди Веры строят это убожище в качестве места паломничества. Видел? Жалкие ублюдки будут ходить сюда строем. Жуть. Надо разрушить эту статую, чтобы они поняли, их отец не бог. Он просто человек. Что скажешь, салага? Сделай огромную дыру в этой хрени. Слава богу, что здесь правит бал шериф Уайтхорс. В это время у копов куча работы. Снайперов и ракет. Иди, вредно для здоровья.
пламени коллапса! Смерть грешникам! Осторожно, братья! Осторожно, он где-то рядом. Замечены еще вертолеты. Готовься. Я знаю, что ты сделал. Что ты планируешь. Я не злюсь. Скорее, я разочарован. И скоро мои люди покажут тебе, насколько... Что ты наделал? Его слово. Ты понимаешь, что со мной будет? Только вопросов. Чему верить, кому помочь первым, на кого положиться. Когда ты ступишь на путь, ты все поймешь. Я отведу тебя. Решила отомстить. Увидите, скажите. Ну же, Персик! Эти уроды разнесли дом, пытаясь убить мою кисулю. Она расстроилась и решила отомстить. А уж я-то знаю, Персик, она этим хиппи глотки перегрызет. Наверное, она бродит в ближайшем лагере. Оттуда несет подмышками и консервами. Значит, эдемщики где-то рядом. Ступай и найди ее. Не забудь вкусняшки. Персик, прям как та шлюшка Драбман, кидается на свежее мясо. Ради него на край света пойдет. Верни мою кошечку. Смысл прекрасных дней, если кретины тоже могут ими наслаждаться.
где-то! Персичек, решила почтить нас своим присутствием. Ну что, довольна? Я так волновалась за тебя. Признаться, думала, больше тебя не увижу. Мне-то казалось, ты туповат. Но, похоже, я ошиблась. Вот что... Забирай эту чертову кошку. Мне было так спокойно, когда никто не требовал еды, воды и внимания. Ну вот и все, ступай. Надо найти мою кисулю, пока она не съела какого-нибудь обещика. Персик еще та стерва, но все-таки уступает Мейбл. Я не любитель кошек, но она пристрастилась к охоте на святош, а когда они замечают ее, уже слишком поздно. Мы позвали тебя в наш дом и в наше сердце. Уверуй в путь, и обретешь все ответы. Сейчас даже наши враги ищут спасения. Мы созданы не для этого. Наш путь и доказательство. Прочь от этого мира сейчас. Такие времена всем нужен совет. Мы должны быть бдительны. Должны быть сильны. Смотри же, и ты все поймешь сам. Ведь стоит этому миру узреть то, что мы создали здесь, в Новом Эдеме. Любовь. И они придут, чтобы забрать плоды трудов наших. Ты судишь? Судишь нас. Судишь наш труд. Говорят, что я безумен. Но просыпаясь по утрам, ты читаешь те же новости, что и я. И что? Неужели тебе не страшно? Это и есть мир? Это? Тот мир, что мы оставим своим детям? Люди все больше разобщены. Кругом возводят стены. Потому что лидеры слабы и беспомощны. Тираны одурманены своей властью. Просил об этом. Я был избран. Грядет конец всего сущего. Ты ведь знаешь. Да, знаешь.
Человечество слабо и уязвимо. Мы мчимся навстречу своей гибели, и нет никого, кто хотел бы действовать. Я это вижу. Ты это видишь. Мы не безумны. Так что же нам делать? Расслабиться и ждать неизбежного? Поверь мне, я далеко не идеален. Но я видел, что нас ждет, и решил действовать. Вести. Люди разобщены. И наш единственный шанс — это вернуться к тому, что мы потеряли. К былой невинности. К безопасности и защите. К Эдему. Я спасу тебя. Тебе нужна вера. Эй! 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 Открой глаза! Давай, кали адреналин! Ну! 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 Дергайся! Ну! Все, успокойся! Успокойся ты! Лежи тихо, ясно? Супер! Боже мой, ты напугал нас до усрачки! Эй, шериф, у нас не все вернулись, вроде... С кем был Бёрк? С Грейди вроде бы, но... Ну и где Грейди? О, боже. А ты, отдыхай, отсыпайся. Черт. Выходишь из блажи слишком быстро, мозги становятся раком только так. Я боялся, что ты сгинул в блаже, помощник. Слава богу, шериф в порядке. Помоги людям, чем сможешь. Приветик. Хорошо, что туман разогнали. Сможем продержаться.